Да. Если раньше я бы сервер менял, то сейчас, наверное, сервер менять не смысл. Еще пизда. Клево. Нравится. Я на самом деле очень удачно слинял с Твича, реально. Ну его нахуй, короче. Нормальные ребята придут на ВК-плей смотреть, а все тут упорылый мудачок, который мы привыкли к Твичу, нам нужен Твич, ну и пускай сидите как дебилы на Твиче. Вот, имбецилы ретардорожденные. Поэтому как бы главное, что есть у людей альтернатива. Вот. Потому что да, это пиздец, Твич это проклятие, конечно. Столько с ним косяков, пиздец. Как вот я заливать буду видос на YouTube? Я хотел на YouTube видос залить с Твича, блин. Потому что на YouTube-то стримить вообще бессмысленно, а мне нужно залить. Это ключ мне прислал издатель. Это, кстати, вообще последний раз, наверное, случай в жизни. Когда ключ мне присылает издатель. Вот. Так, ну короче, поехали дальше. Мы только начали, в принципе, ничего страшного, если даже с этого момента начнется видос на Ютубе. Мы играем за маленькую ведьмочку, которой дали задачу залететь далеко, высоко-высоко в горы, но у нас сломалась метла, и мы сделать этого не можем для экзамена. Вот. Поэтому мы вынуждены работать доставщиком на сломанной метле. Вот. И как бы, собственно, здесь нюанс. Я не понимаю, куда мне лететь. То есть карта здесь буквально карта. То есть, о господи, я еще и не. Господи, слушайте, как плохо управление-то сделано. Так, то есть я вот здесь, а мне надо куда-то туда. Может, надо было какие-то на карте ставить отметки? Подождите, вы хотите сказать, что я сам должен? То есть вообще никакой его навигатор не будет? Вы что, типа робот? Причем она багованная еще. Видите, open menu. Я нажимаю open map, и ничего не происходит. То есть она... Это еще ранний доступ, он очень кривой, русского языка нет. Не советую, кстати, покупать игру без русского языка. Когда будете покупать, посмотрите, добавили ли русский. Если нет, нахуй эту игру. Вот, то есть я бы, честно говоря, не стал брать ключ, если бы... Я просто думал, что раз в Россию ключ дали, значит, наверное, русский язык есть. Нет, у русского языка. И причем она еще очень сильно багованная. И в игре нет вообще... ну, типа, опознавательных, куда... Почему меня в сторону хуячит? То есть как вот я должен догадаться вот по этому потоку ветра, что он уносит в сторону? То есть я думал, вперед должен уносить, не? Но он почему-то в сторону уносит. Это очень странно. Типа... Не, ну то, что на карте нет компаса, куда лететь, это фейл. А. Подождите. Да, еще когда я нажимаю... А, игра становится в оконном режиме. Иногда. А иногда перестает быть в оконном режиме. Короче, пока что это кривой кал собаки. Совершенно неиграбельный. Это ранний доступ, по-моему. И он очень плохо сделан. Игра очень в плохом состоянии. Она прям, видите, карта не открывается. Она в очень плохом состоянии. Вот. И это... Ну, пока это кал собаки, конечно. Это очень плохая игра. Вот. И совершенно невозможно. То есть я думал, что вот эти вот ветерки, они будут нас подкидывать наверх. А нет. Это не подкидывание наверх. Или может подкидывание, ну, типа я тупой и что-то не понимаю. Вот. Так что, честно говоря. Если честно, я вообще ничего не понимаю. То есть я не понимаю, куда мне лететь. Я не понимаю вот эти ветра смысл. То есть я думал, что эти ветра будут как-то нас... Вот. А, мы намочили еще посылку. Да, мы еще намочили посылку. Ну, игра редчайший кал, конечно. Просто отвратительно хуевая игра. Это редчайшее дерьмо, конечно. То есть... Очень странные ветряные потоки. Летать вверх мы не можем. Мы можем летать только вот над землей сугубо. И как бы... Сейчас она причем летит вверх. А, потому что препятствие появилось.
Вот. То есть вдоль препятствия почему-то она вверх летит. Ну, короче, дедлок у нас сегодня будет. Этот кал мы сейчас немножечко поиграем и выключим. Игра очень плохая, не советую ее приобретению. Дерьмо редкостное. Управление ужасно. Ужасно хуевое управление. Вот, багованное. Русского языка нет. И самая плохая тема. Она еще и вылетела с ошибкой. Заебись. Слушайте, ну я думаю, наверное, на этом мы и закончим. Как бы я нахуй увертел издателя этой игры. Идите просто в жопу с такими замечательными играми. Вот. Я, наверное, не настримил нужное количество времени, но мне похуй, если честно.